Нет, на канале или аккумуляторные батарейки можно заряжать снова и снова. Но с каждым зарядки емкость их будет немного падать, и в конце концов их тоже придется выбрасывать. Возникает вопрос, куда? Присмотрись к старым батарейкам повнимательней. На некоторых из них ты можешь увидеть вот такой символ и надпись. Не выбрасывать, сдать на утилизацию. Это означает, что материалы, из которых они сделаны, могут быть переработаны и использованы заново. Мы, фиксики, рекомендуем не выбрасывать старые батарейки в мусорный ящик. Лучше отнести их в пункты приема старых батареек. Такие пункты приема можно найти в больших магазинах и... Начинаю сортировать! Так, теперь надо выбрать эти батарейки и поставить соответствующие... Да, видишь как? По размеру, да? Это батарейка D. Здорово! Правильно. Это крона. Так, очередная партия батареек уже на подходе. Батарейка. Правильно. Отлично! Да. А вот и новая партия. Еще, да, батареечка. Прикатило. Да, мы можем еще выбрасывать. Так, очередная партия батареек уже на подходе. Надо бедренько, да? Да. Еще батарейки. Да? Давай. Быстрее, быстрее выбрасывай. Туда. Маленькая. Будь внимателен. Нет, это не совсем. Нет, она чуть. 3А, вот такая, да. Точно. Выбрасывай. Тыщ! Ой, начинай сортировать. Да, давай. Маленькая сюда. Да. А это куда? Любая сюда. Это батарейки, которые стоят в компьютере. Так, очередная партия батареек уже на подходе. Для того, чтобы часы не сбивались. Не сбивалось еще. Попробуй еще раз. А, бусякай. Нам прислали еще больше батареек. Ну, давай еще. Какие мысли, только выбрасывать. Молодец! Да, это компьютерная. Еще батарейки! Зевай, быстро их рассортируй! Всем пока, Мэк!
Петька. Подписывайтесь на наш канал и смотрите нас еще. Пока!